Всем привет! Сегодня решил рассказать о таком положении, как соединение селена и урана. Здесь речь именно идет о соединении, а не квадратуре, тригоне или другом. Потому что селена ярко себя проявляет именно в соединениях. Что оно значит? Ну, прежде всего, это даже не удача, а предупреждение об опасности. Это соединение есть у меня, есть у некоторых моих клиентов, и я поэтому делал на него очень такой четкий акцент. И у них всех проигрывается одна и та же ситуация. Это предупреждение об опасности в дороге. То есть, когда ты едешь, у тебя возникает ощущение, четкое знание, скажем так, или представление, приходят какие-то образы, что сейчас что-то там такое произойдет, и это происходит. Поэтому людям с таким соединением, если они знают, да, что у них есть в Наталье, надо обязательно прислушиваться к этому. А как потом выяснилось, это не только в дороге. Дело в том, что в том месте, где я живу, в Магнитогорске, не так давно было небольшое землетрясение. Я, например, его прочувствовал сквозь сон, хотя большая часть жителей спали. Мне стало интересно, а как его почувствовали люди с этим соединением, я им написал. И вот одна из клиенток рассказала, что она встала минут за 20, ее что-то беспокоило, что-то не давало спать, она прям встала и, можно сказать, его ждала. То есть это реально предупреждение о каких-то опасностях в жизни. Ну и, конечно же, соединение селена и урана – это очень хорошо для изучения астрономии. Это своего рода удача или, скажем так, зеленый свет в этой области. Вот так вот.